Мне очень понравился комментарий Оксаночки. Благодарю, Оксаночка, за этот комментарий. Я с вами, Леночка, согласна, что нам повезло. На нашем пути встретилась Академия Успеха вместе. Да, нам очень круто повезло. И я счастлива и благодарна Вселенной, что на моем пути, на моем жизненном пути встретилась Академия Успеха вместе. И я очень-очень благодарю основателя и нашего наставника Андрея Артуровича Шаура. Вот он нас многому-многому учит. Благодаря Академии Успех вместе улучшилось мое здоровье. Я поменяла свое мышление. У меня вообще сейчас другой образ жизни, правильный образ жизни. Я научилась пить воду, научилась делать правильную зарядку, научилась кушать правильную еду. На жизнь смотрю другими глазами. Благодарю за все, что у меня есть. Вот. Значит, улучшила отношения с окружающими, с близкими. В общем, жизнь наладилась с того момента, когда я встретилась с Академией Успеха вместе. Даже вот, живя в другой стране, я живу в Турции, вокруг меня здесь люди говорят на другом языке. Я их не понимаю. Вот. И даже вот в другой стране, не зная язык, я вот благодаря Академии Успех вместе каждый день общаюсь с разными людьми из разных стран мира. Вот. И мне не скучно, потому что я все время занята, я все время общаюсь ежедневно. Вот. Тружусь в интернете. Академия Успех вместе научила, значит, мой телефон приносить доход. В общем, я говорю, Академия Успех вместе всему обучает, всему. Вот, кому интересно, пожалуйста, обращайтесь. Вот, мы вам поможем зарегистрироваться, разобраться. Вот, и ваша жизнь тоже изменится в лучшую сторону. Не отчаивайтесь, если кто-то вот, значит, как-то вот имеет какие-то трудности в жизни, к нам обращайтесь, приходите в Академию Успех вместе, и ваша жизнь наладится. Всего вам доброго, благодарю за внимание.